Всем привет, друзья! Вы на канале Экспервит. Меня зовут Виталий, и сегодня мы заценим вместе с вами шутер, который называется Brutal Strike. С вас, друзья, обязательно лайк. Не забываем подписываться на мой канал, кто еще до сих пор не подписан. И обязательно пишите в комментарии, какие игры вы хотели бы увидеть у меня на канале, потому что эту игру мне посоветовал подписчик в комментарии. Ребят, я обращаю на вас внимание. Но я бы хотел вместо обычного какого-то шутана сразу здесь начать с самого интересного, прям с конфетки, потому что этот режим меня реально заинтересовал. Знаете, не своей даже гениальностью, а больше тупостью, которая переросла в какой-то интерес и забаву. Сейчас им все, друзья, покажу. Смотрите, тут есть зомби-мод. Он здесь просто настолько тупо потрясающий, что иногда реально в него хочется позалипать. И я реально был в шоке, когда зашел в эту игру и немножко здесь уже потестил, потапал, зная, как улетать на этом вертолете, вот этом вот летящем драндулете. Короче, сейчас вы сами все увидите. Бой на смерть, конечно же, и я появился сразу за зомби. Я вот этот вот ящер, который сейчас должен выйти из небытия и ухватить кого-нибудь за задницу. Короче, мы какую-то локацию в стиле Майнкрафта или что-то в этом роде. Это все мои собрать. Ты что, меня бьешь? Ты охренел? А ну-ка, а зомби может убить зомби? Подождите, зомби... А как ты бегаешь? Подожди, что? Я вообще не пойму, это что я, сороконожкой? Ой, я могу подобрать автомат? Я не могу, потому что у меня нет рук, я не могу ничем стрелять. Так, куда мне надо... О, вижу, вижу, вот там вертолет, значит, туда и будем бежать. Так, смотрите, я умею прыгать. О, подождите, а давайте сейчас я этого зомбака завалю. Чтобы вы понимали, наша задача убить всех выживших, то есть всех людей, для того, чтобы они не смогли улететь на этом вертолете. Но это наша задача как за зомби. О, все, теперь я наконец-то могу поиграть за человека. Окей, первое, я не понимаю, как здесь нормально скупляться. Я вот нажимаю авто хрень, и вроде я уже все купил, да? О, ну давайте купим. Ребят, я впервые купил здесь автомат. Обычно, кроме пистолета, я ничем не мог здесь пользоваться. Все, смотрите, здесь есть голосовая, это круто. Это очень круто, что есть голосовая, мы сможем нормально общаться, типа тому подобное. Но я на самом деле пытался ее отключить, но мне это не получилось. Воу, вот это я взлетел. Вот это я полетал, это был нежданчик. И теперь я, короче, снова получается этот зомби. Блин. Я не был на этой локации, я не знал, что мне тут вообще предстоит делать. Окей, ладно, попрыгаем. Вообще, странно, знаете, назвали зомби-мод, хотя, мне кажется, тут можно было уместно, не знаю, какая-то тварь, какой-то, не знаю, химера или что-то в этом роде. Стой, человек, подойди ко мне, людское ты отродье, вкуси моего яда. Блин, да иди сюда, дайте я хоть кого-то за жопу укушу. Почему я только своих тут грызу? Хватит вообще стрелять. Ля, кричат, смотрите. Блин, ну, на самом деле, за зомбака здесь сложно как-то играть. Ой, я кого-то убил, прикиньте. Офигеть, я вообще, я мощь. Я монстр. Тихо, не смей меня трогать, дитё. Дай выбраться отсюда. Блин, я же говорю, игруха, я вам отвечаю, если вы в нее позалипаете, вы что это, смотрите, оно ползет, просто ползет. Умри. А почему я не могу его добить? Ну стой, да я тебя добью, чувак, блин, ну будь, не будь ты бякой, блин, ты можешь сдохнуть или нет, так есть, добил. Короче, игру, как мне кажется, ну, меня убили. Игру, как мне кажется, нужно еще дорабатывать. Смотри, теперь я вот этот вот здоровяк, который, в принципе, может вот сюда выбраться или нет, за пределы карты. Как мы видим, мы можем пролезать сквозь вот эти все текстуры, а можем просто сделать вот так вот. И, в принципе, ползти как только нам угодно. Только локации непонятные, я же их не изучил. Я не знаю, где, куда, куда мне выбираться вообще, ну, в принципе. Так, на вертолет никто еще не улетел. Автоматы подбирать я не могу, понятное дело. Так, а есть у нас человеки? Вижу. Ух ты, вы видели, как я топаю? Не-не-не, чувак, я же за тобой сейчас пойду. Я знаю, как выбираться из вертолета. Я знаю, что нужно делать для того, чтобы ты сдох. Давай-давай, быстрее подымайся, мы должны... Блин, мы должны истребить род людской. Да что ты будешь делать? Все, он... Да, ребят. Он улетел. Я буду тебя ждать на этом же месте, ровно в это же время. Подождите, тут свои могут убивать? Так, ну все, по идее, теперь мы... Да, все, автовыбор. Купить. Я с какой-то пушкой внутри каких-то людей. Дайте выбраться отсюда, уйдите. Слушайте, вы вообще в курсе, что вы меня типа... Слушайте, блин, уберитесь отсюда, дайте мне выйти. И что теперь нам делать?
Я в нем, он во мне, ты вообще непонятно в ком, и вообще я не в ком, и во мне тоже никого нет. Так, все, 2 секунды, и мы выбираемся отсюда. Я взял какое-то дерьмо. Это не пушка, какое-то говно, что это такое? Давайте поменяю, о, давайте лучше с пистолетом побуду. Так. Вот это уже сила, ребят. Это ж кто-то играет за эту дрянь, вы понимаете? Знаете, кого мне напоминает? С очень странных дел, вот этот мо... Он меня сожрал? Он серьезно... О, я жив, мне нужна аптека. Подождите, где аптека? Люди, help me. Так, я поползу туда, в безопасное место. Запомните меня таким, каким я есть. Блин, ну, может меня кто-то спасти или нет? Я тут корячусь, как бы пол вытираю. Не трогай меня, ты чё? Я заполз. Я максимально слился с травой. Ну все, теперь я, короче, вот этот вот тоже демон. Давайте хоть кого-то убьем. И меня опять убили, чё за бред? О, да, вот это вот я бегал таким здоровяком, чтобы потом меня убили, я стал вот этим вот говном снова. Ладно, за это говно я, в принципе, там кого-то даже было убил. Стой! Стой, человек! Я видел обитель зла, я убью тебя. Блин, да чё он такой быстрый? Умри. Короче, я понял, меня... Слушайте, я, в принципе, даже рад и буду, если меня убьют, потому что тогда я стану, ну, кем-то пьяно. Ну, давай, подниматься будем тоже. О, ребят, теперь я вот этот летун. А теперь я стал вот этой хренью, да, или что? Так, я могу здесь, в принципе, вот так как-то выскочить? Но я могу только разве что за карту таким образом. А давайте на ряху посмотрим. Подождите, я не видел его ряху. Ладно, короче, нужно отсюда выходить. Сколько лет? О, видите, ребят, тут голосовой чат работает. Я не знаю, я не могу, я не смог его отключить. Может быть, я просто очень плохо, типа, пошарился. Я даже не знаю, слышат ли они меня или нет. Идите в самолет! Идите в самолет! Это вертолет, ребята. Вертолет, вертушка. Все, они спаслись. О, вот, смотрите, а у нас глаз нету. Я есть смерть. Короче, игра мне на самом деле напоминает вот такой, знаете, Doom переросток, вот что-то в этом роде. Так, автовыбор. О, калаш мы уважаем. Ребят, что бы там ни говорили... А, кстати, и самая фишка, смотрите, мы можем делать вот такие вот изгибы, то есть, знаете, как вот это в PUBG и тому подобное. Ну, то есть, игра вроде проделана неплохо, но видно, что вот и хватает. И видно, что вот почему она занимает очень мало. Развалю за своих, за каждого мальца. Блин, ну крови просто как со свиньи, вот честно. Не трогай своего. Так, чувак, я не знаю, я могу тебе помочь или нет. Что, чем я могу тебе помочь? Перебинтовать что-то, не знаю, ногой ударить. Помоги, да будто... Как я тебе помогу? Помоги же мне, у меня нет аптеки, я не понимаю, что мне с тобой делать. Помоги ему. Ты что, не можешь ему помочь? О, видите, он ему помогает. Я не понимаю просто, как помочь, ребят. А у меня что, патронов? У меня нет патронов. Но у меня есть пистолет. Ты куда махаешь? Побежи. Ну как он меня достал? Вот как он меня достал? Так, я медленно уползаю в небытие. Я сюда. Я не готов умереть. Нет, я не готов. Не готов. Я лучше спрячусь тут, полежу, отлежусь. Давай, помоги. Чувак, я не знаю, кто ты, но ты просто топчик. Я болею за тебя. Где? Я с ножом? Подождите, дайте мне нормальную пушку. Мне надо ее теперь что, раздобыть самому или как? Ай, блин, мне нужен автомат. Нет, беги. Беги, чувак, беги. Ой, не. Так, за мной никого. Так, след простыл. Смотрите, мне надо как-то это скупиться, но дело в том, что я не совсем тут понимаю, бывает как. Как мне купить патроны?
Если кто знает, как это сделать, то напишите мне, пожалуйста, об этом комментарии, потому что я реально не выкупаю, как заново купить патроны. Но у меня есть, в принципе, пистолет, я могу... О, есть, есть, есть вертолет, ребят, значит, мы сейчас будем летать. Ой-ой-ой-ой, кто у нас здесь? Офигеть! Слушайте, ну эта локация очень какая-то жесткая, потому что здесь элементарно она не такая уж и на самом деле большая. И мы все очень сильно видим, то есть где что, как, где вертолет находится. Я изначально, когда зашел в игру, я был на другой локации, и мы там вот сбегали просто на изи. Привет. Ну, слушай, чувак, я не знаю, спасал ты меня или нет, но ты ли это вообще или нет, но сейчас я монстр. А значит, я должен думать как монстр, я должен действовать как монстр. Чувак, ты какой позе стал? Давайте немножко, наверное, подправлю, что ли. Не положено, не гоже. Я здесь, вы офигенно их слышите. И самое главное, что оно вроде не перебивает мой голос, и это самое крутое здесь. Так, но мне нужны патроны. Вот, все, я понял, как это все делать. А ты куда смотришь? Короче говоря, ребят, я не помню, кто из подписчиков, который мне посоветовал эту игру. Чувак, я тебе скажу так, я не назову это самой топовой игрой, не скажу, что она реально крутая. Я скажу лишь так, что это настолько как-то, ну, не бездарно, а вот на ляп как-то сделана игра, что она настолько даже и прикольна наоборот. То есть все равно я здесь угораю, и за это тебе огромное спасибо. Ух, тут просто мясо, смотрите, просто мясо. Я сейчас все патроны сюда потрачу. Чувак, ну я же тебя развалил, я тебя развалил, ну куда ты рыпнулся, куда? Так, чё я присел? Так, здесь нет никого. Я помогу, не помогу. А вот сейчас, возможно, помогу, если меня не убьют. Где все? Так, я взял, кстати, какую-то странную пушку. Ну, мы очень круто, на самом деле, сейчас сработали. Я хочу подобрать чей-то автомат. Вот так это вроде как делается. Стой, я же нажимаю. О, не-не-не-не, это нечестно, ты сзади подошел. Ну вот, я отвлекся. Ох, help me, help me. No, no. Да чтоб тебя за ногу, а? Откуда вы все понабирались, я не понимаю. Ля, он меня завалил. Зомби умеет валить зомби. Я лечу. Так, и куда мне надо залететь? Ну, туда я не могу лететь, правильно? Так, братва, где кто? Блин, почему я ни разу не был этим монстром? Мне кажется, этот монстр это не чувак на самом деле. Я думаю, это просто какой-то рандомный монстр. Ты в кого, меня пытаешься попасть? А я лечу кругами. Да, я знаю, где ты. Но я почему-то не могу к тебе взлететь. Я не пойму, ты утонул? С тобой все в порядке? Подожди, там, по-моему, кто-то ползал, да? Тут самое главное немножечко просто поднашариться, немножко привыкнуть. И я думаю, здесь можно неплохо провести время. Да ладно, я убил какого-то Стаса, прикиньте. Ну, естественно, я же монстр. Я убил последнего. И вертолет улетел. А не, один Паша выжил все-таки. Радости полные штаны, поздравляю. Так, автовыбор. Ну, давайте побегаем с этим, но мне нужны патроны. Много патронов. Купить. Я хочу все-таки сбежать, ребят. Я хочу сбежать. Кстати, я взял аптечку. Наконец-то мне это удалось, потому что раньше я не видел. Ребята крикливые. Тут даже Симпл вместе с нами. Хватит друг друга убивать. Ой-ой-ой-ой. Опасно. Монстр среди нас, и он рядом. Убивай. Гаси. Первый-первый говорит 1285. Меня убили. А значит, и я буду крушить. Сзади бить нельзя, но я монстр, мне похер. Чувак, я тебя, по-моему, задел, да, или нет?
Блин, я тебя могу задеть или нет вообще? Ну, в принципе, блин, ну тут такое, знаете, замкнутое пространство. Надо разработчикам над этим поработать. Так, где кто? Надо выйти на улицу. Мне срочно надо выйти внаружи. Ой-ой-ой-ой. Добил. Добил, да? Все, теперь точно добил. Так, ну сейчас я его тогда добью. Куда он поплыл? Мы приседать умеем, нет? Я вижу. Так, ну он куда-то сюда спустился, да, вроде как? Ладно, давайте, наверное, выйду все-таки назад. Надо немного поработать над текстурами и, наверное, над размерами все-таки наших вот этих зомбарей. Надо то ли увеличить карту, чтобы мы просто головой реально не вылазили черти куда. А вы, друзья, накидайте мне комментарии, хотите ли вы, чтобы я продолжал снимать по этой игре, потому что, ну, тут веселуха на самом деле очень знатная. Так, куда я улетел? Надо подниматься вверх. Паша, ты снова хочешь улететь? Смотри, вообще тут самый аккуратный, да? Ты уже не раз улетаешь. Ну давай, попади, попади, смотри, как я мансую. Попал! Опять попал. Так, кто-то там, с той стороны должен быть. Нет, ты не улетаешь, подожди. Или улетает. Я беру слишком мало патронов. Так, ладно, теперь я буду стараться играть, наверное, поосторожнее. Я уже, наверное, каждый раз это говорю. Но, блин, здесь нереально. Так хочется побегать, хочется всех пощупать. Ребят, когда будете играть в эту игру, обязательно ставьте на всю громкость. Это будет просто нечто. Все, я побежал, побежал, побежал. Я побежал на самый верх. Как сюда на самый верх запрыгнуть? Слушай, а как ты сюда запрыгнул, тип? Окей. Надо убивать этих здоровых. За тараканов они как-то хуже играют все. Так, стоять, мне надо сюда. Ой-ой-ой, я побежал. Так, где моя перезарядка? Подождите, где-то здесь была эта кнопка. Так, мне нужен пистолет. Я побежал, побежал, побежал. Блин, я же хочу поменять оружие. Я убежал, убежал, убежал. А меня типа убили? А, подождите, я сам нажал умереть? Не, не хочу умирать. Может, меня еще кто-то спасет? Слушайте, а может, я так как-то доберусь и улечу? Меня добили. У меня нога отлетела, вы видели? Обалдеть, я буду тебя мстить. За себя. А ну-ка, я смогу этого монстра завалить, если буду сам тоже этим монстром? Все, просто чувака забили. И одного, и второго. А, вон тип, я смотрю, есть, да? Спускайся ко мне. Так, что мы сделаем? Правильно, мы должны убить этого чувака. Кто убил меня? Кто? Кто убил меня? Может, это даже я. Так, он уже наверх забрался, да? Стоп, что это было? А, меня зарезали. Ничего себе. Кстати, как ни странно, до сих пор этот монстр жив. Давайте, давайте, монстры. Надо пока что надо убить, пока они не улетели. Но они улетели.
Ладно, ребят, давайте на этом видео буду заканчивать. Обязательно напишите мне в комментарии, хотите ли вы, чтобы я продолжал играть в эту игру. Как по мне, это неплохая игра, в которой можно весело провести время. Как минимум с комментариев, с того, что здесь происходит. Потому что тут происходит реально какой-то трэш. Короче, я думаю, вы еще увидите эту игру на моем канале. Ну, были на канале Xperavid, с вас лайк, подписка. Вы сами знаете, что нужно делать. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.